Читает по слогам, считает до 100, температура в норме. Анастасия Кулакова к учебе готова. На праздник, который, по ее мнению, отмечает вся планета, пришла, как и полагается, с белыми бантами и букетом. Чем занимаются школьники, представление имеет, поэтому и волнения нет. Они учатся, там химия у них есть, арифметика, математика. Там у нас, я не знаю, физкультура, рисование, музыка. Если Анастасия из 1-го А Новогородковской школы пока не определилась с будущей профессией, ее одноклассник Сергей уже знает, кем станет. Я больше хочу быть механиком. Это какие тебе науки, значит, больше всего интересны? Ну, там про схемы всякие. Первый раз в первый класс Новогородковской школы сегодня пошли 43 ребенка. Впрочем, этот день знаний особенный не только для них. Открытие образовательного учреждения после капитального ремонта с нетерпением ждали все ученики и их родители. Последние 2 года им приходилось учиться вдали от дома. Соскучились. Мы учились в чужой школе, кто в первую, кто во вторую смену. Ну, в принципе, неплохо, но в родной как-то больше хочется. Мы очень ждали, очень волновались, чтобы ее успели отремонтировать, чтобы наши детки пошли в новую школу, чтобы не пришлось ездить, чтобы красивые классы встретили наших маленьких учеников и чтобы они учились там хорошо. Вместо косметического ремонта – капитальный. В 2018 году во время проведения работ вскрылись конструктивные дефекты. Здание признали аварийным, школу закрыли. Проектирование, экспертиза, выделение финансирования, а это ни много ни мало, почти 287 миллионов рублей. Конкурсные процедуры, и на объект вышли строители. С поставленными задачами уложились в кратчайшие сроки. Мы выполнили все пожелания, и даже новую мебель, как просили меня родители, буквально в июле этого года на нашей встрече мы тоже купили. Буквально за месяц мы смогли изыскать дополнительные денежные средства и оборудовали все классы. Теперь это фактически новая школа. На торжественной линейке только первоклашки и будущие выпускники. Социальная дистанция, масочный режим для родителей, чтобы не допустить распространения COVID-19. У нас на входах на территорию школы организована термометрия, стоят антисептические средства, если это необходимо. Ну, соответственно, после того, как у нас из школы уйдут 1-й и 11-й классы, к нам придут остальные ученики начальной школы, для которых тоже пройдет линейка с соблюдением всех мер безопасности. В этом году учиться в Новогородковской школе будут больше 350 детей при проектной мощности 625. А это значит не только отсутствие второй смены, но и новые возможности для развития дополнительного образования, на которое теперь у учащихся появится время. Ведь теперь им не придется тратить его на дорогу. Грызть гранит науки они будут рядом с домом. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».